Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 4 февраля. Наши бабушки и дедушки по приметам в этот день судили о будущей погоде. Коль капли выступили на оконной раме, грядет потепление. Ежели в полдень солнце разглядеть можно, значит, весна ранняя будет. А вот если за порог не выйти, вьюга заметает. Всю неделю такая погода простоит. А какая же погода ждет нас завтра, 4 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Пухтина-гора Фировского района Тверской области минус 8 градусов. Осадки местным уже, наверное, надоели. И как раз завтра их не будет, но только на один день. В деревне Пухлы Опочинского района Псковской области тоже минус 8. За окном пасмурно, впрочем, как и сегодня. А вот послезавтра готовьтесь к снегопаду. В поселке Пухта Прионежского района Республики Карелия минус 9. И тут солнца не видать. Что же это за пасмурное окончание рабочей недели выдалось? На хуторе Пухляковский Верхнедонского района Ростовской области немного похолодало. Так что завтра там будет плюс 1. День будет сухой, но все равно пасмурный. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог! Thank you.